Доброго времени суток, поклонники Point Blank. Меня зовут Макс, и я хочу с вами поделиться самыми яркими моментами прошедшей недели легендарного дивизиона 15 сезона. Приятного просмотра. Ну что, надо еще квадро? Есть такой момент. Откинут смог, под семеркой отыгрывает Астерикс. Рензо знает, где находится его оппонент. Пошел уже на аркаду, надеется на фаззум, но нет. Астерикс даблкил, Астерикс триплкил. А может Иваныч? Пим-пим-пим. Вот сейчас на 10 секунд, кажется, должен быть. Да, если не ошибаюсь. Сегодня явно не их день. Индивидуально парни очень сильно уступают Dark Horse. Идет перемещение в семерку и... Здравствуйте! Дедмайер этому определенно был очень рад, но что касается команды Jetset, здесь уже начинается еще и моральная душка, и они вновь разделились. Животное ждет аркаду через длину, и Fly Solo один против троих. Выход вроде как был максимально сложным для нарзов, но в то же время и легким. Трое выживают, да, там Элоксис, но и с боем ртовы. И вопрос, как Икс выпустили в этот момент у себя бигрипы, но информация по нему 100% должна быть. Плюс оглядывается, минус Элокси, минус плюс, шикарный клатч для Fly Solo. Noisy Boy объяснил ему, что это было зря. Для Noisy Boy это третий фраг в ходе этого раунда, но Fly Solo фуловый, а вот у него есть два оппонента в ртовом состоянии. Fly Solo должен слышать лонг, да, он открывается, да, закрывает Элокси, попытка разминировать, открытие Fly Solo, закрывает двойку. Ну и теперь Блатант вынужден пойти на аркаду, понимая то, что ему никто не даст разминировать эту бомбу. Окей. Просто сейчас поедет. Бомба была установлена. Чела. Но у Редлайна определенно сейчас плюсовая ситуация. Он уже смещается на прием выхода через вагон. Подтопал тут немного, но слышит явно перемещение. Парни вдвоем. Выход на Элокси. Минус раз. Будет ли минус два? Да, хороший даблкил для Редлайна. Реализует для себя, но это один фраг. Так что забегать далеко не будем. Выход на перестрелку против плюса. Остается Элокси на приеме Икса. Он знает то, что соперник уходит на подъем. И Тео сделал вид, что ушел. И теперь сам возвращается на исходную. Ра-та-та-та-та. Заметил Элокси. Элокси обновил информацию для Тео. По сути, Архан может попробовать сыграть в спину, но Ра-та-та-та-та расстреливает Элокси и остается один на один. Одного попадания сейчас будет более чем предостаточно. Тео проходит под пчелу, его выпускают. Времени все меньше и меньше. Откидывается хаешка! Какой же лакер на Ра-та-та-та-та! И остается Noisy Boy один против двоих. Заход через мид, скорее всего, будет для себя осуществлять, но это выход через открытую позиционку, open field. И парни вдвоем такое ощущение, что будут заливать просто на линейку. Ну куда? Куда такая крыша? Пересекают заход на площадь, но это им стоит двоих игроков и захода в спину. Ты посмотри! Соу-соу, что ты делаешь? Ну ладно, один на один против Noisy Boy, и Noisy Boy все-таки выиграл эту дуэль. Бигрипы продолжают качать немного своего соперника, тупо даблнутом пошумели, теперь перемещение в позиции семерки. Но Тео долго не усидит на месте, это уже давным-давно известный факт. Он просто идет в аркаду, и здесь уже находит 2 килла для себя, и остается еще при этом в более чем приемлемом хаус-баре. На ЦК поджим чуть более смелый, Либерин. Ну и там Джейсон сделает массовое, но нет, все-таки ушли из ЦК соперники, и можно вроде как выжимать, но об этом нет информации. Отличная ситуация для того, чтобы отпускать Альфу. Ну, смотрите, разумеется, одному человеку, к примеру. Мираж. Игра против коробки, на которую вышел подчекать Джейсис. Ну такое. Очень сильно рискует. Ратата один. Ну, даже бы если он забрал бы одного, но его бы точно бы разменяли. Не то чтобы должен, но стоит чекнуть эту спину. Заход на Рафаэля, он находит очередной минус. Стрэнджер разменялся. Рафаэль слышит, должен. Есть еще один минус, это 2 в 2. По плану пока что информации 0. Рафаэль, как же он тащит этот раунд для своего коллектива? Это квадрокилл! Центральное кафе, теперь Рафаэль на приеме. 3 оппонента на него, сейчас полететь должны в хаешки. Драйв, хаешка раз, двойку. Ой-ой-ой! Ну, есть представление, бомба наверняка стоит под лонг, потому что было время поставить спокойно. То есть один где-то должен быть с арки. Так, а вот инфай должен, ну, логично, где-то быть одним упоре. Конечно, для нас, разумеется, снова и снова, потому что проще. Но просто раскидывая за и против, что два соперника против тебя, что можно предположить. Спокойно отстреливает Стрэнджер, на самом деле перспективка, то, что он сейчас может взять раунд, наверняка довольно-таки большая. Но здесь Noisy Boy уже с одной стороны кажется, как бы хватит! Решили перестроить свою атаку по направлению теперь уже апплента. Ра-та-та-та-та на проскоке получает от Вейка, Стрэнджер разменивается, и Дэнни похоронное бюро устраивает для команды Дэнни! Хороший квадрокилл, молодец. А на этом все. Подписывайтесь на наш паблик ВК, участвуйте в турнирах и выигрывайте. А записи этих побед вы можете найти на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.